Итак, ребят, все внимание, нас всех ждет очень долгий путь, так что давайте посмотрим маршрут. Итак, 7:45 мы пойдем вон по той дороге. 8:30, Дэрил, ты поймаешь кролика, мы съедим его, будем говорить вдохновляющие вещи о том, что у нас не хватает еды, или что-то у нас. Ну и о том, сколько нам еще идти. И после 8:30 мы будем снова идти. Каждый ходячий мертвецы такие. Давай здесь! Прям тут? Почему нет? Потому что если присмотреться, то вон там он ходячий. Мне кажется ли он... Я думаю, да. Какой ужас! Каждый ходячий мертвецы такие. Чувствую, что мы умрем сегодня. Не, мужик, все хорошо. Я читал комикс, так что положись на меня, Карл. Почему он никак не связан со сценарием? И правда, моя ошибка. Я читал комикс, но он с этим никак не связан, что-то позабыл. Каждый зомби такие. А через 2 часа кто-то должен будет сделать что-то тупое и умереть. Я посмотрел на театр, никто тебя не любит. Но не волнуйтесь, потому что в 5 часов мы будем снова идти. Хотя... Не, просто идти. Мы просто будем ходить вокруг. Я еда. А почему мы просто не можем каждый раз все делать одинаково? Нет, мы используем хорошую идею только раз. Что? Теперь я тебя просто убью. Нет, 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 пожалуйста. Можешь мне ногу по-быстрому отрезать, как вы делали к он парню? Ты чё, не слышишь, что он, сказал? Нет, 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 нет. Каждый Карл такой. Я просто думаю, что мы должны дальше идти. Эй, а ну стоять. Ты кто, черт подери? Я просто человек, который пытается выжить. Я отлично стреляю и отлично лажу с командой. Плюс я знаю, где укрыться, когда наступит холода. Пап, мы должны поверить этому человеку. Подумай о том, как мы защитим Джудит. Джуф. Не. Эй! Как насчет этого пугающего Реднека? Я думаю, точно должны его взять. Ребят, это звучит правдоподобно. Я думаю, вокруг него будут крутиться 4 сезона. Ходячие мертвецы. Я думаю, идем слишком медленно. Впереди еще несколько миль. А мой бог, это зомби. Как ты назвала меня? Бэт. Они называются ходячие. Ты можешь убирать слова? Ты не должна использовать слово. Только я могу использовать слово. Простите, я просто... Это неприемлемо. Кровь. Давай тут. Серьезно, Глен, мы же в святой церкви. Что? Ой, да брось. Как же настоящий акцент такой. Это очень круто. Почему они идут за тобой? Ну, если ты хочешь завести своих ходячих, нужно отрезать им руки, оторвать им челюсть, сделать из них кукол и унижать каждый день. Тогда они будут слушать все, что ты им говоришь. Нет, никто так не будет делать. Это только ты так думаешь. Нет, не только я. Ты сумасшедший. Ты должен прекратить. Ты брось. Это не я сумасшедший, ты сумасшедший. Отвратительно. Черт подери. А теперь у нас 2 ходячих мертвецов. Давай тут. Ни ходящих, ничего святого, ничего. Ладно. О, Мэри, я люблю тебя. Глен, я тут. А где ты? О, что? Ходячие головы. Итак, нам в 5:45 нужно будет ходить. Да, нам, наверное, придется ходить, ребят, простите. Но зато в 6:38 мы встретим ходячих. Возможно. Возможно, убьем их. Может быть, оставим их в живых по какой-то причине. Я даже не знаю зачем. О, подождите, ребят, подождите. Потому что днем будет кое-что интересное. Мы будем... А, простите, ребят, потому что это не последний сезон, поэтому не будет ничего интересного, мы будем просто ходить.
Ладно, просто... Просто будем, блять, ходить. Черт подери, скучаю по все тяжкие. Каждый ходячий мертвецы такие. Перевод и озвучка Антон Дмитрий Мальтера. Не забудь добавить видео к себе, так что понимаешь, группу сможешь ВКонтакте, vk.com/сможешь. Ссылки.